Мы платим за горячую воду, исходя из двух величин стоимости: холодной воды и ее подогрева. Если с холодной водой все понятно, ведь мы четко знаем, сколько потребили по счетчику, то вопрос с подогревом до сих пор оставался непонятным. Суммы татарстанцев за горячую воду варьировались от 90 до 300 рублей за кубометр. Новые нормативы утвердили, исходя из технических характеристик дома. Они зависят от того, установлен ли в доме индивидуальный тепловой пункт или многоэтажка отапливается от котельной, и от того, есть ли в квартирах полотенцесушители. Больше всего норматив установили домам с центральным горячим водоснабжением, полотенцесушителями и неизолированными стояками. Но на суммах в счет-фактурах изменения не отразятся, успокаивают Минстрое. Нормативы введены для того, чтобы упорядочить отношения теплоснабжающих организаций и населения за объем потребления горячей воды. Ранее это, ну, скажем так, было хаотично. Механизм, он будет максимально способствовать, чтобы никто не хулиганил. С мира по нитку. По нитке голый на рубаш. Так и Минстрой собирается, значит, мир не по нитке, а по несколько рублей собрать. Глава Союза домовых комитетов Геннадий Сомов считает нормативы на подогрев воды завуалированным повышением платы. Он уже подсчитал, платить придется больше на 20 рублей с каждого кубометра горячей воды. В новые нормативы заложили потери. В его же доме установлен индивидуальный котел. Если вода греется в доме, у нас потерь нет. Мы греем сами свою воду. Ее пропустили через систему горячего отопления и обратно вернули в систему. При расчете любого норматива на коммунальную услугу или на жилищную всегда учитывается какая-то погрешность или потеря уже изначально. То есть это уже сидит в тарифе. Казанцы, узнав о фиксированных нормативах, обрадовались. Система станет прозрачней, только бы платежки больше не стали. Зарплата на том же уровне, а ЖКХ все растет и растет. Много будет, по 4-4,5. 5 тысяч. Фиксированные расходы на подогрев воды Минстрой ввел с 1 декабря, поэтому будем ли платить больше, станет известно уже в следующем месяце с новыми счет-фактурами. Анна Граднова, Амир Залюшев, Игорь Романов, ТНВ, Казань.